Армированный шланг прямой 5 на 8 миллиметров. Соответственно, все мы знаем, что есть армированные шланги толстые, 8 на 12, 9 на 13. Но этот шланг маленький, он оптимален для работы либо шпилечниками, либо отделочными пистолетами. То есть, в принципе, любыми пистолетами, где расход воздуха составляет от литра до 2. Соответственно, шланг намного легче, чем его большой собрат. Он тоненький, он занимает мало места, при транспортировке очень удобен. У него есть фитинги самозатягивающиеся, которые позволяют отрезать вам шланг любой длины, а затем сделать, значит, вот так вот у нас собирается папа. Здесь нужны сейчас гаечные ключи, чтобы затянуть. Никаких фумлент, никаких уплотнителей. Аналогично собирается мама. Принцип работы такой же, как при работе с металлопластом. Шланг затягивается, ничего не пропускает. Если вам надо потом где-то шланг разрезать, укоротить, например, да, или где-то подлатать, вы просто отрезаете кусок, снимаете фитинг, соответственно, и отрезаете шланг, одеваете его туда, куда вам нужно, куда вам удобно. Все фитинги качественные, все фитинги сделаны из латуни. Очень мягко работают. Что позволяет вам подбирать шланг именно той длины, которая вам нужна.